Уроки мужества от офицеров и участников боевых действий. В Сургуте продолжаются занятия, посвященные патриотическому воспитанию. Отдельные академические часы выделили теме включения в состав России 4 новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отметим, что на днях в стране отметили первую годовщину с момента проведения референдумов. Общаются с детьми в рамках уроков мужества офицеры и даже участники боевых действий. Им нужно передать и рассказать о том, что у нас за страна. Это мое мнение. Что она очень богатая, что она богата ресурсами, но в первую очередь она богата людьми. И они, будущие руководители этой страны, они будут работать на благо этой страны. Самое главное им передать, чтобы они уже сейчас осознавали, что значит Россия, что значит Родина. Один из солдат посетил занятия в школе номер 19 и рассказал, что получил письмо от учеников этой образовательной организации. Послание от 4-го Ж-класса, как отметил боец, помогало ему не терять надежду в самых непростых ситуациях на фронте. «Пишите почаще и от души», — обратился к ребятам почетный гость. Напомню, что в сургутской школе номер 19 учился Михаил Волков. 22-летний сургутянин погиб в ходе специальной военной операции. За выполнение боевых задач был награжден орденом мужества посмертно. В декабре 22-го в образовательном учреждении открыли мемориальную доску в его честь, а также назвали именем героя местный патриотический клуб.